Пушкина Арсений подготовил выступление. Пошли в дошкольное отделение Веселинской школы. Они сражались беззаветно, а трон последний берегли. Имена приносит ветром, печальным ветром той войны. Порой слышны на поле боя, через десятки минных лет. Никой меня, никой Коля, и пыхи друг какие-то свет. А Коля в этом крутом поле живет. Не скажешь никогда, из горьки вечера нам порою напомнить страшные года. Сегодня мало кто на площадь, идя к могилу той войны. А это, как и не значит, что забыли, коли мы. Мы помним, мы помним, мы такое, осталась в памяти война. Русское родное.